Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Сабо под названием «Фитория». Яркая обувь. Настоящий хит нашего канала. С начала летнего сезона именно благодаря ярким мокасинам, лоферам и сабо к нашему каналу присоединилось более 1000 новых покупателей. Долгожданная цветотерапия. Наслаждайтесь, любимые телезрители. Сегодня центральное предложение дня. Только один час, только в течение одного эфира. Светлана Гарова, эксперт телеканала «Шоппинг-шоу», уже примерила на себя, да, вот да, на себя пробовала сабо. Не... Светочка потомственная, обувщица папы. У папочки, да, свой собственный завод, фабрика, именно там он изготавливает обувь. Она с детства знала, как, да, подобрать и для себя, и для своих друзей самое лучшее. Она является и дизайнером, и конструктором обуви. Да. Как тебе, Свет, по ощущениям? Я с удовольствием. Ты видишь, я даже не смогла определиться, какой же все-таки яркий цвет для себя выбрать, потому что я обожаю яркую обувь. Ну, а теперь давайте с вами поговорим и о наших ультрасовременных сабо с крупным декором в виде цепей. Поднимут ваш модный летний образ на новую высоту. Вы будете на пике модных тенденций. Толстая облегченная подошва обязательно подарит вам комфорт и легкость при всей массивности трендовой обуви. Они очень легко и комфортно сидят на вашей ножке. Вы будете ходить весь день без усталости. Боже, какие они классные! Но знаете, вот такая обувь, может быть, где-то встречается точечно у крутых брендов, но она и стоит, ой-ой-ой, как дорого. У нас цена только сегодня 1999 рублей. При оплате банковской карты цена будет еще ниже. 1899 рублей, минус 5%. Давайте посмотрим на зеленый цвет. Мне он напоминает, знаешь, такое мятное мороженое. Мятное мороженое. Для лета самое то, что надо, потому что мы летом хотим охладиться, когда у нас жаркая погода. Дальше мы с вами видим. Базовый оттенок – это черный цвет, да, который вы сегодня также можете заказать на нашем телеканале. Универсальный, не марки. Забирайте из прямого эфира. В принципе, белый цвет я бы тоже взяла для лета, потому что это, знаешь, такой вот прям летний, непрепекаемый оттенок. Да, а мне очень нравится базовый бежевый оттенок, я бы его назвала такой круассан, знаешь, как молоко, да, вот белое молоко, а здесь у нас круассан, посмотри, какой красивый цвет. Вот круассанчики на моих ножках, какая французские. Прелесть. Удобные, мягкие, красивые, невероятно. Друзья, посмотрите, это такой стиль, все будут обращать внимание на ваши ножки. И розовый, фуксия, такая, как ты сказала, ягодное мороженое, щербет. Малиновый, да? Щербет, ой, да. Вкусно. Очень. Друзья, эти яркие оттенки, именно летом сейчас нужно приобретать для того, чтобы поднимать себе настроение. Итак, берем, знаете как, один яркий оттенок, а второй базовый, например, белый или черный, можно бежевый. Вот как Света Если взяла, вы экстремально смотрите. Модная женщина, то можете поэкспериментировать, почему нет. Я очень часто, например, знаю, что действительно обувают вот таким образом на одну пару один цвет, на вторую ножку второй цвет. Итак, давайте с вами поговорим о выборе размера. Да, о выборе размера. Что важно, да, так как у нас размерная сетка с 36 по 40, первый, вот здесь хочу сделать акцент. Это очень приятная новость, потому что мы с вами выбираем размер в размер. Отлично, я тоже подтверждаю, размер в размер. Ты знаешь, я вот сейчас смотрю на эти сабо и думаю, вот такие сабо нужно брать на отдых. Согласна. В прошлом году, когда мы с мужем летали вдвоем отдыхать без детей, я взялась, там перегруза не должно было быть, там только 10 килограмм на человека, поэтому я положила только шлепки для того, чтобы на пляж бегать, и босоножки такие на платформе, которые не подходили под все мои образы, которые я взяла с собой. И муж мне часто говорил: Оль, платье красиво, а что-то как-то с обувью не очень смотрит. А я ему говорю: слушай, другого нет, на ноги просто не смотри, ладно? Да. Вот. Олечка, знаешь, хочу тебе развеять миф. Смотри, вот эти сабо мы можем смело брать с собой в одном единственном экземпляре. Даже не надо брать для себя обувь специально для пляжа, потому что в этих сабо можно также отлично отправиться и на пляж. Либо вечером, когда вы красиво одеваетесь и выходите куда-то в ресторан, где-то посидеть на набережной. То есть универсальность этих сабо меня потрясает. Любой образ, романтичный, платье, костюмы, все что угодно, эти ультрасовременные сабо, ультратрендовые сабо, они обязательно помогут вам выглядеть стильно и красиво. Посмотри, о, ну не прелесть. Посмотри, как они шикарно смотрятся на ноге. Вот как идеально, раз, да, наша Алиса демонстрирует. Она для себя, кстати, приобрела эти сабо. Хочу тебе рассказать про Алису. Когда она примерила и вышла за пределы нашего здания, все, говорит, на меня обращали внимание, говорят: смотри, смотри, вот. Видимо, знаешь, многие подумали, что это вот этот известный бренд, и подумали,
думали, что ничего себе, смогла себе позволить за 25 тысяч рублей. А у нас цена 1999 рублей. Цена, действующая только сегодня. Это самое выгодное предложение только одного часа. В следующем часе будет представлено уже другое предложение дня. Давайте почитаем ваши отзывы. Мне очень нравится, когда вы пишете нам в соцсетях, когда вы звоните нам в прямые эфиры. Давайте посмотрим. Ольга Царенко из города Кемерово написала: какие чудесные Сабо. Я как раз еду на море. О, о чем я говорила. Да. Это то, что нужно. Очень стильные. Такие похожие видела 1007. Это вам еще повезло. Здесь цена просто прелесть. Спасибо. Спасибо и вам, Ольга. Вы даете возможность нашим новым покупателям сориентироваться и сделать свой выгодный заказ. Потому что вы помогаете нашим новым покупателям сделать свои выгодные покупки. Так, Свет, смотри, мне нравится, что здесь достаточно толстая подошва. Да? Ну, во-первых, это рост прибавляется, соответственно, визуально мы худеем, но не тяжело ли это? А, смотри, легкость этих сабо меня потрясает. Вот действительно, я сразу же оцениваю, насколько сложная обувь, да, насколько она тяжелая. Обувая эти сабо, я понимаю, что они очень легкие, несмотря на массивность. Вот, кстати, мне еще очень нравится, когда массивная такая подошва, да, это очень интересно смотрится. Почему? Потому что ваша щиколотка, ваши ножки смотрятся более стройными, когда вы как раз-таки выбираете вот такую пару обуви. Итак, я хочу, ты знаешь, провести эксперимент и взвесить эти сабо. Даже уже специально приготовила весы. Итак, давайте посмотрим. У нас сабо, да, вот я сейчас на экранчике выставила 0. Итак, ставим. Что мы с вами видим? 210 грамм. Вот смотри, вроде бы массивная, да, мощная подошва, которая, кажется, весит, ну, как минимум полкилограмма. По факту всего лишь 200 грамм. Действительно, очень легко. Почему? Потому что здесь специально облегченная подошва для того, чтобы вы чувствовали себя великолепно. И помимо этого, конечно, обязательно надо чувствовать себя очень стильно и красиво. Ну, легкая цена, не забывайте, друзья, действительно невесомые на ножках, ну, прям вот даже прыгну. Я сейчас попрыгаю, вы поймете. Смотрите, они действительно легчайшие. В тяжелую обувь так просто не попрыгать, правда, Жень? Выбирайте для себя легкость, выбирайте для себя новый стиль, чтобы все обращали внимание на ваши дорогие ножки, но по доступной цене только сегодня 1999 рублей. Вот на мне бежевый цвет, он даже удлиняет визуально ножку, но это летний оттенок. Далее, смотрите, есть белый цвет. Давай. Есть у нас еще черный цвет, но это классика жанра, да? Да, классика жанра, черный цвет. Конечно, мне очень нравится белая обувь яркая, потому что она облегчает ваш образ. Есть базовый бежевый, который Олечка выбрала для себя. Ну и я, как всегда, не смогла определиться, выбрала для себя и зеленый, и яркий розовый. Ну что ж, друзья, заказывайте. Только в этом часе вы можете заказать самую выгодную покупку только одного дня со скидкой 41%, а при оплате банковской картой минус 5%. Ура!